Друзья, всем привет! Вчера мы собирали грибы. Сегодня хочу показать вам то блюдо, которое мне больше всего нравится. Понятно, что вначале мы грибы собрали, почистили, помыли, порезали на такие кусочки. Если большие грибы, на 4 части делим. Маленькие даже бросаю целенькими. Вначале чищу лук, режу его кружочками, поджариваю на сковородке, затем провариваю грибы. Обычно я их провариваю минимум 2 раза, сливаю водичку. Когда варю грибы, всегда бросаю луковицу. Еще с советских времен услышала, что если грибы плохие, луковица посинеет. И после всего этого на поджаренный лук я загружаю сваренные грибы. Ставлю их жарить и потом в конце еще добавлю сливки. Получается очень вкусно. Вот такими дольками режу лук. Немножечко с открытой крышкой поджариваю. Закрываю крышку где-то еще с закрытой крышкой. Они у меня пожарятся на среднем огне минут 15-20. Друзья, далее открываю и жарю. Сковородка у меня глубокая, показываю. Жарю до того момента, когда жидкость уменьшится в 2 раза. Чтобы грибы немножко поджарились, они тогда вкуснее. Вот такие грибы сухие. Теперь я сюда немножечко добавляю перчика, перекручу. И затем минут 5 еще пожарятся. И затем мы добавим сюда сливок, еще 5 минут. И готовое блюдо. Друзья, я хочу вам показать, какие вот эта сыроежка, та, что я показывала, серенькая. Вот этот грибочек. Сейчас посмотрим. Это белый. Сейчас покажу. Вот это белый грибочек. И вот такие вот получаются. Вот такие. Это решетка. Решетка. Это тоже белый. Белого очень много мякоти, то, что я вам рассказывала, друзья. Это тоже сыроежка. В основном серенькие были. Готовое блюдо. Попробуйте, не пожалеете. Очень вкусно.